Нет, Роза! Тихо, заспавнись, быстрее! Не давай ему! Ух, поймали просто, красава! Усап, не слышишь, добро пожаловать в Brawl Stars. Ну что ж, my boys and girls, я посидел в телефоне, очень много поиграл в Brawl Stars, и сейчас у меня, вы сами видите, что на аккаунте у меня готово 21 бесплатный сундук, обычный, 2 супер классных, еще в заданиях. Короче, у меня 814 трофеев, 814 кубков, и я готов играть. Что я понял немножечко из игры, это то, что в столкновении для меня пока что это самое классное, это Роза. Столкновение Ока Бури, самый классный сейчас Кольт. Я не знаю, просто под каждый режим. Вот именно какой-то персонаж должен выделяться. Вот я подумал, что какого хрена я не могу в Ока Буре выигрывать за Розу. Я решил взять Кольта, и все выходит. У нас вышло обновление Brawl Stars, я его прям супер классно не успел заценить. У нас вышел новый браулер, которого я еще не могу потестить, потому что у меня нету кубков, но мы будем идти к этому. Поэтому прямо сейчас давайте мы что сделаем. Сначала заберем все ящики. Я немножко тоже там забирал, там Була взял, кстати, Бул тоже очень классный, я его зря недооценивал. Давайте заберем просто все, в принципе, что у нас было на подороге. Я думаю, что нам... Там билетик купил, кстати, класс. Хорошо, кстати, что я его не открывал, потому что я совсем недавно открыл вот эти командные события по билетам. И вот, не зря. Забираю нового бойца Джесси, которого я пока что не хочу тестить, но надеюсь, что ты классный. Потому что я помню, что в некоторых режимах, в некоторых матчах она, на самом деле, мне доставала очень много проблем. Так, здесь я хочу прокачать, знаете кого? На самом деле я хочу до конца прокачать Розу. Но что-то мне кажется, что пока что Роза классная, а вот когда уже будут посложнее чуваки, то будет очень-очень-очень тяжело. Поэтому я, наверное, сделаю такой мув. Я дам Таре все, поэтому очки силы получает Тара. Мы ее немножко позже прокачаем. Давайте большой ящик открываем. Хорошо. О, новый браулер и... Бум. Сверхредки. Мы выпили всех сверхредких бойцов. Пенни, не знаю. Вроде Пенни ее зовут. Давайте оставим так. Здесь ничего интересного нету. Здесь тоже нам ничего не выпадает. Но, кстати, получается все. У нас сверхредки полностью закончены. Давай командные забираем. Новое событие. Забираем у нас 4 пушки. Надо поиграть, потому что я ни разу не играл в этот режим. И нужно забрать все вот эти жетончики звездные. Ну что ж, давайте прямо сейчас откроем 22 сундучка, 22 кейсика, грубо говоря. И попробуем. Помолимся на Легу. Потому что, не знаю, если мне так сильно везло на мифике, то, может быть, сегодня и попрет на Легу. Не, ну, я, конечно, слишком много всего хочу. Да меня тогда полностью сожрете, если реально мне выпадет Лего еще. Кажется, сами прекрасно видите, ничего супер путного не падает, все по 2. Ну да, в принципе, все. Мне кажется, удача моя закончилась. Больше мне ничего Supercell или Brawl Stars ничего не даст. Тихо. Вот видите, я просто мискликаю случайно и могу просто взять прокачать. Так, ладно, давайте попробуем небольшой мув. Прокрутим немного Кольта. Сразу переключим на бойца Тару. Вот Тара у нас. Переключим на Тару. И оп! Нет. Нет, я сейчас должен хорошо ее прокрутить, она просто это... Не прокрученная была? Вот сейчас, все, стой спиной, давай. И ничего не падает, ладно. Да, короче, все бесплатные добиваем. Уже никакого суперприза мы здесь не ждем. Хотя бы мы очки силы получим для наших браулеров. И прокачаем потом как-нибудь нужных. Когда я уже буду понимать, который мне реально нужен браулер, за который я точно буду играть, вот, их будем прокачивать. Не знаю, билетики, наверное, нужны мне будут в будущем. Все, смотрите, реально вообще все, больше ничего не падает. Все, удача закончилась, давай, большие. Ничего, и последний, то есть тоже... Ничего, но зато билеты события мы получили. Окей, ребята, у нас в магазине есть специальная акция. Я не могу пройти стороной, потому что сами прекрасно видите Хэллоуин. За 10 баксов мы получаем 4 мега ящика, 200 монет и 100 кристаллов. Естественно, я потрачу. Так, отлично, 100 кристаллов, 200 монет и давай, большой ящик. Понятно, если будет 6, тогда что-то точно выпадет, но... Все, нет, я уже всю удачу выжил. Мне хватило, потому что там... Около, считайте, на 500 кубках мне реально выпало 2 мифика, и этого достаточно. А то у меня вообще, типа, в принципе, все мифики. Но они выпали из платного ящика. Именно из бесплатного мне выпало 2 мифика. Ладно, окей. Сейчас мы пойдем в событие под названием «Осада». Для меня это будет первый раз. Я не знаю, что от него ожидать. «Осада. Заводская лихорадка. Осади и уничтожь вражескую сброшенную установку Ики». В той команде тоже есть Ики. Снабжаю ее болтами, чтобы она смогла... Короче, я понял. Тогда давайте мы возьмем, наверное, Розу. Я хочу взять Розу. Поэтому, Роза, мой слоточка, ты где? Вот, Роза, я, кстати, улучшу Розу. Блин. Надо еще очки силы, я хочу ее до 9, чтобы у нее появилась звездная сила. Это вообще супер. Ладно, Роза, пошли в осаду. Let's go. Поехали. Так вот на шике, 30 тысяч. Ладно. Нужно болты. Давай, забирай болты. О, все, почти пошла. А где enemy? Это S, Эмс или S, я не помню, как зовут нового браулера. Ну, она здесь есть. Подожди, а болты надо приносить. А, они сами кидаются, понял. Слушайте, у нас 3 болта, у них 0, это классно. Вижу, болтик. Опа! Выходи!
Тихо, тихо. Слушайте, а вот этот бравлер сильный. Ну, типа, меня точно он контрит. Давай, давай, пошел, осадный робот. Помогаем. Пушим, 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 пушим. Ломаем. Бой. Вообще классно. А, все, меня убили. Все, мы выиграли. Бой окончен. Мы выиграли? Все. Реально. Лол. Не, нам, наверное, очень сильно повезло, что все так быстро закончилось, но реально было очень быстро. Ладно, я могу сказать по первому впечатлению, режим для меня пока что не особо классный. Я сейчас хочу пойти в режим, который мы точно не играли на ролике. Это тоже столкновение. Мы берем Кольта, потому что именно для этого режима он и создан. Око бури. Поехали. Каждый сам себе. Это я знаю, 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 знаю. Поехал. Не, вот я, типа, играю на телефоне, вот реально, практически каждая катка у меня была победная. Вот сейчас, как назло... Этот реально так работает, что на зло я сейчас не возьму топ-1, да? Или получится? Ну, по крайней мере, я очень хорошо зонить могу челов. Вот реально очень хорошо. Вы прекрасно видите мой атак рейндж. Я просто двоих просто выбрал. Кстати, я мог спокойно сдохнуть, если меня Эль Прима убил бы. Эль Прима! Ась. О, стоп. Ну чё ты? Чайли, так. Ух, это было близко. Все, Эль Прима. А, из Роза. Ну, Роза, я буду зонить. Все, как я и говорил, просто сразу беру топ-1. Я не знаю, Кольт просто имба в этом режиме. Здесь так легко за него брать топ-1, прокачивать, реально фармить себе трофеи. Я не знаю, это просто сумасшествие. Тихо. Шелли, 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 Шелли. Ну, немножечко позоним Шелли. Так, сейчас мы наберем суперсилу. Тихо. Шелли, не хочешь? Воу, ну нет, ну Роза. А, ну я просто на Шелли смотрел и отвлекся на Розу. Ну, минус один трофей, смотрите. Я здесь проиграл. Как быстро фармим, фармим, фармим. Не отдаем ничего. Надо эту Шелли тоже тогда забрать. Оп. Так. Ты думаешь, заныкаешь в сундуках? Это была хорошая идея. Но не такой классный. Чир. Ну, блин, на эмуляторе, кстати, кажется, лучше автоатакой. Потому что, да, на телефоне поудобнее аймиться немного. Так. Это мое! Да! Ну, камон, Шелли, что про... Я реально, я начал записывать ролик, и просто все пошло по жопе какой-то, я не знаю. Можно посмотреть как-нибудь, я не знаю, историю выигрышей? Потому что, если бы там увидели историю выигрышей, вот никаких реально проблем не было, вы реально увидели, что да, вообще, тащишь, красавчик. Ладно, я хватаю, давайте я возьму Була, я пойду сейчас в обычное столкновение, потому что я хочу взять там... Значок. Что-то, наверное, мне кажется, надо было взять Розу. Потому что сейчас что-то мое чутье подсказывает, что у меня не получится взять топ-1. Так. Ой-ой-ой, давай-давай. А, ну там рейндж. Такой маленький рейндж было просто. Тихо. Хорошо, давай-давай. Найс. Все, хиляться надо, хиляться, хиляться, хиляться. Нет! Ну почему здесь именно... О! Что-то Бул очень жестко сейчас сделал. Так, давайте похиляемся, потом возьмем пауэр. Мне почему-то кажется, что он реально здесь ныкается. Я не знаю. Вот прям супер кажется, что он здесь ныкается. А, нет, не здесь. Слушайте, тут я уже не знаю, кто выиграет. Ну-ка! Ой-ой, это было зря. Хотя! Бул! Обой, красавчик! Топ-1. Сразу с первой каточки забула. Блин, у меня тут был звездный значок. Ну ладно. А в Brawl Ball я бы захотел пойти за... Я пойду реально за Була. Я пойду тоже в Brawl Ball за Була. Ну давайте. Так, ну Роза, ну понятное дело, Розочка-то у нас... Что есть? Вы пока там хернёй маетесь, пацаны? Фак! Давай, 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 Роза, Роза! Да не надо, ну зачем ты назад пошел? О, чел, зачем назад ты пошел? Не надо было назад идти, нужно было просто ударить по мячу, и все. Так, ну этот-то стрелять не сможет. Розу сейчас мы уберем. Так, этому не отдавайте. Все, спасибо. Ударь! А, в смысле? А у кого рикошет был? Давай! Молодец, вот это сейчас был классный пас просто. Так, надо суперпауэр, наверное, оставить. Ух, ух. Да они меня просто выбривают, посмотрите, что они делают. Ну, кстати, суперпауэр зря ты потратил на эту. Мог бы мечом... Дарить нормально, пнуть просто, пока хиляется. Она делает. Эй, пас, пас, пас! Все знают, ну хамон! Он зажимотил, он реально зажимотил. Он просто зажимотил. Ты просто заходить хочешь? Давай, давай, неси. А, это. Видимо, либо я, либо он. Ударил. Нет, Роза! Нет, Роза! Тихо, заспамись, заспамись, быстрее, 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 быстрее. Не давай ему, не давай ему. Ух, поймали просто, красава! Давай, Тюб. Ё-моё. На дальней дистанции явно они посильнее, чем я. Но если я, если со мной сблизятся, ребята, это будет уже, забейте. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, тихо. Туда мяч! Давай, возьмите кто-нибудь мяч и не деритесь.
Давай, 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 давай. Ну, блин, ну розовый мяч. Может, розу возьмем, пацаны? Так, о, хорошо. Супер пауэр! Тихо. Да! Ударь, ударь, пожалуйста, докатись. Блин, там еще эти бочки. Хорошо. Соло, 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 соло. Да! Ударьте, просто... Давай, так... Молодец, хух. Не знаю, этот чел просто вытащил, красавчик. Просто у нас темплей, конечно, темплей, но он реально молодец. У нас был 10 ранга. Кстати, должны получить звездные очки, да, найс. И, ну серьезно, у нас остается один трофей до нового рубежа. Один трофей. Но зато у нас есть два бесплатных сундучка, которые мы, естественно, пооткрываем. Ну... Все, мы же должны забить, что вот реально нам должно что-то упасть. На это просто уже нужно выкинуть из головы, потому что все, всю удачу мы уже исчерпали. Ладно, возьму кольта, буду в столкновении Окабури как раз-таки брать трофеи, подниматься, апаться. И надеюсь, что в следующем ролике у меня будет хотя бы, не знаю, хотя бы, нет, до 1000 трофеев нам нужно добить, чтобы я открыл для себя нового бойца. И этого нового бойца мы проверим в следующем ролике. На этом все, ребята. Спасибо огромное за просмотр этого ролика. Не забывайте подписываться на канал, ставить большой палец вверх под этим видосом. С вами был я, LuxGay. Всем удачи. Всем пока.